Самый главный наш проект, к которому мы шли все свои 28 лет, это региональная инженерная школа. Директор 86-го лицея Ольга Большакова с гордостью демонстрирует новый профильный класс. Здесь будут осваивать инженерные науки 30 десятиклассников из Ярославля и Ярославского района. У каждого за плечами серьезный конкурсный отбор. Изначально я хотела попасть в физ-класс, но так как я узнала, что будет Янос, он как раз и есть физ-класс, то я решила пойти сюда. Мне очень привлекают такие предметы, как физика и химия. Я неплохо разбираюсь и в том, и в другом. Класс действительно замечательный, новое оборудование, вообще все новое. Ты человек на место, да? Такой конкурс, ну, серьезный конкурс. Я хотел бы, конечно, поздравить, прежде всего, с Днем Знаний, с 1 сентября. И у вас есть такая возможность обучаться, получать такое дополнительное техническое образование таких прекрасных, современных, замечательных инженерных классов. Начинке проектной лаборатории может позавидовать самый искушенный эксперт. Здесь есть все для проведения исследовательских работ. Каждое рабочее место оснащено ноутбуком. По сторонам с десяток передовых высокотехнологичных машин. Такими являются, например, фрезерный станок, лазерный станок, 3D-сканер, то есть это для метода обратного проектирования, интерактивная таблица Менделеева, интерактивный дисплей и плоттер, то есть для печати конструкторской документации любых форматов. Идея создания инженерного класса принадлежит нефтеперерабатывающему заводу. Решили работать на опережение и заранее готовить кадры. Потеряна та цепочка, с которой все начинается. Это начинается со школы, когда идет выбор профессии. После этого осмысления мы подписали соглашение 2 февраля 2018 года между правительством Ярославской области, мэрией, лицеем 86-м, ИГТУ и колледжем о намерении выполнить эту работу. Такой инженерный класс в Ярославской области пока единственный. После него выпускники смогут продолжить обучение в колледже или университете и вправе рассчитывать на первоочередное трудоустройство на нефтеперерабатывающий завод. Светлана Доброхотова, Александра Панкратова, Денис Ромашов. День в событиях.